Здравствуйте, товарищ. Инвалиды есть? Это они уже третий курс, это тяжелая жизнь. Спасибо, садитесь. Это наши философы. Даже больше того, конфликтологи. Будем считать, что мы с вами в течение четырех лекций, четырех занятий провели изучение первых глав науки логики Гегеля. И тем самым получили краткий курс диалектики. Понятное дело, я вам говорил уже, что если это наука, то она требует, чтобы ее изучали. И какие бы ни были лекции, понятные или непонятные, лекции заменить изучение самостоятельное не могут. То есть они могут помогать, могут и мешать, но заменить, конечно, не могут. И поэтому мы опираемся здесь на то, что говорил Энгельс в отношении диалектики Гегеля. Он говорил, что единственный компендиум диалектики имеется в науке логики Гегеля. А компендиум в переводе с латинского означает «кратчайший путь, прямая дорога». Кому не нравится идти прямой дорогой и кратчайшим путем, тот может отправиться блуждать по болотам, что, собственно говоря, у нас и делалось, можно сказать, в широчайших масштабах, и сейчас делается, и в советское время, к сожалению, тоже в основном, как они красиво люди говорят, мы диалектику учили не по Гегелю. Поэтому давайте евклидову геометрию изучать не по Евклиду, ораторское искусство будем не по Цицерону изучать, а будем слушать по ораторскому искусству таких людей, которые никогда этим искусством не обладали, и они будут вас учить. А сейчас таких курсов очень много. Деньги давайте. Давайте им будем высшую математику, скажем, анализ изучать там не по Смирнову и не по Фихтенгольцу, а по тому, кто ничего не открыл, а просто переписал и так далее и тому подобное. Значит, я вынужден вас от лица профессоров Санкт-Петербургского университета и, так сказать, опытных товарищей предупредить. Если вы все время будете читать то, что является отражением чего-то более крупного и великого, то это будет то же самое, что загорать под Луной. Ну, можно загорать под Луной? Как нет? Вот это да. Как нет? Луна же, она свой цвет имеет или солнечный отражает? Вспомните школу, солнечный отражает. То есть, если вот вы солнечный луч попадает в зеркало и на вас, ничего нельзя загорать? Можно, да? Ну, такой будет загар. Не сильный. Не сильный. И годам к 50-60 такой легенький будет хороший загарчик. Но сейчас есть, между прочим, простыни с подогревом электро. Берете такую простыню и к ночи, сейчас будет уже, начиная с апреля, можно загорать под Луной. Ну, вы понимаете, что это вот не самый лучший способ. Более того, скажите, пожалуйста, вот вы как историки знаете, что гениальных книг вроде мало, но их гораздо больше, чем мы можем прочитать за всю нашу жизнь, правильно? То есть всякое чтение другой литературы, кроме гениальной, это ущерб для нашего духовного здоровья. Поэтому человек должен, знаете, какой быть в отношении книг, он так смотрит на них, что не хотят ли ему впихнуть что-нибудь, что задерживает его путь, так сказать, к вершинам мысли. Тем более, что люди вот берут последние издания, а потом знаете, что будет с этими изданиями? Вот, допустим, сейчас какой-нибудь учебник, который вышел в 2015 году. Что с ним будет через 10 лет, в 2025? Да его из библиотеки выбросят, никто и не будет даже разговаривать на эту тему. А что останется? А наука логики останется. Вот наука логики продают у нас в университетском магазине. Около 500 рублей стоит. Это дешево. Имея в виду, что тут моя книжка «Социальная диалектика» там тоже продается, она 570. Это даже очень забавно получается. Потому что оно напечатано очень хорошо, это все тиражируется.
А какие-то книжки новые, они потом забудутся. И это происходит регулярно и постоянно. Ну, как вот бывает. Вот если сейчас пойдете вы по Санкт-Петербургу и увидите здание, которое разваливается. Это новое здание или старое? Вот Исаакиевский собор разваливается? Нет. А Смольный собор? Нет. А Потемкинский дворец, вот Екатерина ему подарила, Потемкин, не разваливается. А пойдите, вот там на Пархоменко стоит гостиница военно-морская, новенькая. С нее так и облицовка так и сыпется. Кто близко подойдет, расстанется с жизнью. Поэтому если развалится, то новое. Не разваливается, то не новое. То есть у нас подход-то должен быть содержательный, а не потому, не просто по году издания. Можно ведь и всякую чепуху издать. Поэтому об этом надо думать. Я об этом говорю потому, что, разумеется, подменить невозможно самостоятельное изучение. Я вам очень советую. Вот лекции есть, и те, которые, и мои в том числе, и есть даже кружок на YouTube. Если на YouTube вы зайдете в фонд Рабочей Академии, там есть занятия кружка по диалектике. Это прямо в помощь тем, кто самостоятельно изучает. Смотрят очень люди эффективно, потому что 5 человек сидит, а смотрит 300 там, или 400, или 500, и так далее, каждое занятие. Поэтому без помощи вы не останетесь. Кружок я тоже буду продолжать вести. Вон, его занятия записываются на YouTube, выкладываются, как и вот эти лекции тоже выкладываются на YouTube, и вы уже можете себя лицезреть. Вот да, первые лекции, которые были вот у нас в лектории. И это вам как бы от нас подарок в качестве пособия для подготовки к экзамену. Потому что вы хотите второй раз посмотреть, пожалуйста, третий, пожалуйста, четвертый, пожалуйста. И меня вызывать не надо, а я в это время буду отдыхать. Кого будете смотреть? С вашего позволения. А в рабочее время буду работать. Сегодня мы начинаем систематическое изложение курса философии в соответствии с тем планом, который у вас есть в программе. Да? То есть предварительная часть закончена, и сегодня мы будем рассматривать вопрос о противоположных течениях философской мысли. Противоположные течения философской мысли. Речь пойдет о том, что все философы делятся на две части. Однозначно. Одна часть считает, что первична идея, мысль, сознание. Сознание первично. А материя вторична. Ну, к этой части принадлежит, как известно, и Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Вторая часть считает, что материя первична, а сознание вторично. А если первая часть – это идеалисты, то вторая часть – это материалисты. Поскольку часть в переводе на иностранный язык называется, на английский это «part», да? Ну, говорят, есть две партии в философии в этом смысле. Не партии в смысле политических партий, а две такие части, которые придерживаются вот такой основной посылки. И строго говоря, вот чисто логически опровергнуть ни одна сторона другую не может. Почему? Ну, потому что вот вы будете доказывать, если я идеалист, вы мне начнете приводить всякие примеры. Я говорю, ну так это воплощение идеи. Вот чем лучше вы будете доказывать, тем яснее видно, что вами движет идея. Или даже Божий промысел. Если очень хорошо будете доказывать. Как вы меня опровергнете? Никак вы меня не опровергнете. Поэтому другое дело, что когда человек на практике что-то делает, он вообще сам намечает себе цели и практически проверяет, что получается. Он, так сказать, обращается к той самой идее, даже если он идеалист, иногда. Например, тот же самый Гегель. Философская система, которая, если взять ее в целом, называется
объективный идеализм, начинает вот такой труд, как логика, которого я вас призываю изучить. С какой категории? Думаете, с идеей? Первая категория науки, логики, какая, это вы знаете. Бытие, чистое бытие. А Ленин писал вот конспект науки, логики. Вы можете открыть 29-й том полного собрания сочинений и посмотреть. Ленин стал изучать не в таком возрасте, какой у вас, а в возрасте 44 года. Вот тогда он пришел к выводу, что без изучения науки логики ничего не понять в той запутанной ситуации, которая была в 2014 году. Ну, ничего не понятно. Все страны рушатся, война. Непонятно, что будет и как из этой ситуации выйти. И вот в это время Ленин садится за изучение науки логики и делает для себя открытие такое, что, оказывается, звучит весьма материалистично. С бытия начинается логика. Ну, если взять, конечно, философию природы, потом философию истории, философию духа. А в этом смысле особняком стоит логика. То в целом система, конечно, гегелевская, она идеалистическая. Она идеалистическая. Но Энгельс про него говорил, что он вообще враг религии. Потому что на этой религии не оставляет никакого места. То есть, по крайней мере, никакой бог, так сказать, удержаться не может под воздействием диалектики. И он сводится тогда к чему? Вот вы можете в учении о бытии найти следующее. Рассматривается категория реальности, мы с вами о ней говорили. Вот, говорит, есть такие, были доказательства бытия Божьего. Вот есть, говорит, определение Бога такое, что Бог – это совокупность всех реальностей. Вот Гегель берет это определение, что Бог – совокупность всех реальностей. Дальше пользуется тем, что вам знакомо, в силу того, что мы с вами позанимались немножко, и знаем, что реальность есть отрицание. Правда? Всякая реальность есть и отрицание. Надо, в отрицании есть реальность, в реальности есть отрицание. Поэтому положение о том, что Бог есть совокупность всех реальностей, получается отсюда, что Бог – совокупность всех отрицаний. А кто такой, кто является совокупностью всех отрицаний? Кто? А вот Гегель ничего на эту тему не написал. Он так и пошел дальше. Вы и сами додумались уже, что такое совокупность всех отрицаний. Но он в то время не мог, наверное, такое написать. Ну, конечно, ясное дело, что получается, что совокупность всех отрицаний – это дьявол, так сказать, все зло, воплощение всего. Поэтому, что сделал Гегель, он, по крайней мере, религию свел тоже к абсолютному идеализму, и как таковую религию, он, так сказать, показал, что она не может существовать в таком виде. То есть он довел этот идеализм до такой степени, что из него очень легко перейти в противоположность. С точки зрения диалектики, это вас удивительно, что идет переход в противоположность? Неудивительно, правда? Вот Маркс и Энгельс, как вы думаете, кто они были вот в вашем возрасте? Идеалисты или материалисты? А? Студенты, говорят, Энгельс вообще не учился, сам все время занимался. Идеалисты они были, младогегельянцы. В кружок входили младогегельянцы. А потом написали совместную книгу «Немецкая идеология», отмежевались. И написали там, и дальше вот все время писали, что мы перевернули этого самого Гегеля. Поставили его философию с головы на ноги. Это с одной стороны. А с другой стороны, они сами перевернулись. Если они были сначала идеалистами, а стали материалистами, они тоже встали с головы на ноги. И вот после этого они последовательно уже придерживаются этой позиции. Тот, кто думает, что вот такие перевороты бывают только с, так сказать, с некоторыми, не с великими людьми, он ошибается. Например, вот, как известно, Ленин был таким очень последовательным проводником идеи диктатуры пролетариата. А как вы думаете, он сначала был изначально за диктатуру пролетариата или нет? Вот я вам приведу чисто исторический факт.
Как известно, большевистская партия считается, ведет свое начало со второго съезда. Почему? Со второго. Потому что первый съезд был чисто организационный, и все. А вся идейная сторона была решена на втором съезде, который предваряла подготовка, разработка программы партии. В программной комиссии было три человека. Плеханов, основатель русского марксизма, Ленин и Мартов. Чего там делал Мартов, пока история неизвестна. А Плеханов написал проект первый. И вот в этом первом проекте программы партии стоит диктатура пролетариата. То есть у кого первенство в этом смысле? У Плеханова. А Ленин написал замечания на этот проект. Много всяких замечаний. Можете в шестом томе полного собрания сочинений Ленина увидеть все эти замечания. И вот когда дошел Ленин до этого диктатуры пролетариата, говорит, зачем еще эта диктатура? Да хватит нам и руководящей роли. Это очень важно, потому что вот когда в 1961 году на 22-м съезде переделывали программу и убирали диктатуру пролетариата, ее переделали и убрали, поставили руководящую роль. Все интересно. Чем занимался Хрущев? Ну вот Ленин пишет, зачем это нам? А Плеханов был большой ученый. Он говорит, возражает. Ленин возражает. Вычеркнул эту диктатуру пролетариата. А Плеханов за это время сделал второй проект программы. Трудился, работал. А Ленин второй проект тоже читает и тоже комментарии, поправки свои вносит и предложения. Доходит до этого места. А нету тут диктатуры пролетариата. И пишет. А за это время Ленин познакомился с критикой Готской программы Маркса еще раз. Он и раньше был знаком, но еще перечитал. И с критикой Эрфуртской программы германской социал-демократии он снова ее перечитал. И обнаружил, что и Маркс, и Энгельс это сугубо на этом настаивали, на диктатуре пролетариата. И Ленин тут пишет в этом месте. А здесь же стояла диктатура пролетариата. Маркс в критике Готской программы, Энгельс в критике Эрфуртской программы сугубо на этом настаивали. Плеханов был большой ученый. Он взял и вписал обратно диктатуру пролетариата. И вот большевистская партия явилась первой партией, в которой в программе стояло вот это величайшее, так сказать, открытие Маркса и Энгельса, которые очень себя за это хвалили, говорят, мы вот это открыли, это вот не просто должна быть какая-то там власть, не просто какая-то гегемония. Гегемония – это вот когда я иду впереди, а вы за мной идете, я как бы гегемон. Или, допустим, вы все делаете, а мне ничего не надо делать, я за вами иду, потому что все уже расчищено и убрано, то вы гегемон. Давайте, работайте. Или, как при Брежневе было, ведущая роль рабочего класса. Есть разница, ведущая или руководящая. Вот сейчас у меня небольшое руководящее положение, я сейчас преподаватель, а вы как бы вот студенты. Я говорю, вы не можете меня отвезти вот на 10-й ряд? И вы меня поведете. Кто у кого будет ведущая роль? Ну, у того, кто поведет, да, у вас. А у кого будет руководящая роль? И вот я участвовал в полемике в этой очень интересной. Если ты напишешь вот в брежневское время, руководящий роль рабочего класса вычеркивает редактор. Везде, во всех редакциях пишет «ведущая». А я придумал тогда так. Рабочий класс – руководитель. Тебе берет ручку, а ведутель-то нет слова. Ну, так и остается. Так вот, точно так же. То есть вот... Пожалуйста, еще один пример, что великие люди, они даже в плане, так сказать, вот выработки позиций иногда занимают прямо противоположные позиции по сравнению с тем, что было раньше. Но зато нам всегда. Ну, точно так же, как вот и вы. Если вы встали на две ноги, то навсегда. Кроме тех, кто будет ходить на бровях. Вот хорошо, что у вас там безалкогольный напиток, но мы еще проверим. Сейчас же можно нельзя никому доверять. Чего только не пьют. Раньше политуру пили, а сейчас миринду. Это примерно то же самое по воздействию на организм. Но мы свободу вашу не трогаем. Вы имеете право пить, что хотите, кроме того, что запрещено.
как. Так вот, Маркс и Энгельс вдруг стали материалистами. Но прежде чем об этом сказать, в чем состоит материализм? Первична материя, а сознание вторично. И в чем, так сказать, идея этого материализма в кратком выражении? Тут материя развивалась, развивалась, развивалась от низшего к высшему. Правильно? Развитие идет от низшего к высшему, а не от высшего к низшему. И вот она в процессе своего развития приходит к такой материи, которая начинает обладать свойством отражать всю остальную материю и себя. И вот такая материя, которая обладает таким свойством отражать всю остальную материю и себя, называется как? Человеком она называется. Все здесь присутствующие могут гордиться тем, что вы относитесь к такой части материи, которая обладает свойством отражать всю материю и себя как часть этой материи. Вот это вот свойство высокоорганизованной материи отражать материю называется сознанием. С чем я вас и поздравляю. То есть не просто вот вы студенты, жители Санкт-Петербурга, так вы молодые люди, но, кроме всего прочего, вы такая часть материи, которая обладает сознанием. А сознание – это свойство. Хотя были такие философы, Бюхнер, Фокт и Малишот, которые думали, что сознание – это вроде как вот как печень вырабатывает желчь, так же и мозг вырабатывает мысли. Что это только часть материи. Некоторые так и считают, что вот мысли – это просто часть материи. То есть идея – это вот материя. На самом деле это не так. Вот когда мы говорим об отражении, вся материя обладает свойством отражения. Вот я нажимаю, а вот эта трибуна сопротивляется, то есть отражает мое воздействие. Если вы подойдете к реке, вы увидите себя. Почему? Потому что свет отражает. Мы выяснили, что Луна отражает солнечный свет. Поэтому она тоже, как материя, отражает это. И вы, когда будете загорать под Луной, тоже будете отражать. Особенно больше всего отражают те, кто совсем не загорели, потому что они белые, и поэтому они отражают сильно. Потом уже начинают загорать, уже меньше отражают. Правильно? Чем темнее, тем больше они в себя, так сказать, вбирают этих самых ультрафиолетовых лучей. И так далее. Или говорят, отряд отразил атаку противника. Отразил. То есть была атака. А он, это есть реакция на эту атаку. Реакция на эту реакцию – это отражение. И вот это свойство отражения развилось до такой степени, что благодаря ощущениям и, так сказать, органам чувств человек может отражать мир и себя как часть этого мира. Хотя вот сейчас в школах изучают обязательно окружающий мир. Вот у меня внучка как раз учится в 5 классе. Я спрашиваю, а вы себя-то не будете изучать? Только окружающие. Вот меня окружает. Вы меня окружаете, доска меня окружает, стенка меня окружает, сумка меня окружает. Я ее уберу на всякий случай. А я? А я не окружающий мир, вот согласитесь. То есть, говорит, давайте изучать всех, кроме меня. Что такое? Я матмех кончал, я знаком с такого рода категориями. Например, есть такая категория, как проколотая эпсилон-окрестность. Берется эпсилон-окрестность, открытое множество, в скобочках оно рисуется. И все точки берутся, кроме одной, вот этой, центральной. Это называется проколотая эпсилон-окрестность или дельта-окрестность. И эта вот проколотая дельта-окрестность присутствует в определении предела функции. Вот предел функции, некоторые говорят, нам трудно изучать науку логики Гегеля. Сейчас я вам для интереса дам, просто сформулирую предел функции, чтобы вы не думали, что математику легче изучать, чем философию. Число А называется пределом функции f от x при x, стремящемся к x, 0. Если
для любой эпсилон окрестности точки x0. Найдется такая дельта окрестность точки А, что все значения функции f от x0 попадают в проколотую дельта окрестность точки А. Ну, все понятно. Могу проще. Последовательность. Предел последовательности гораздо проще. Число А называется пределом последовательности xn, если для любого скольугольно малого положительного числа эпсилон найдется такое n большое, что для всех n больше n большое, xn минус А по абсолютной величине меньше эпсилон. Это простое определение. Поэтому не будем себя запугивать, а будем смиримся с тем, что всякая наука это сложное дело, она требует, почему говорят, грызем гранит науки. Да? Что в науку нет широкой столбовой дороги, и что только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Не хотите, не карабкайтесь. Хотя, я бы сказал, что это, конечно, некоторое преувеличение. Это Маркс, конечно, сказал, он немножко и отпугивает. Прямо уж такие тропы. Еще никто не упал. Вот кладбище альпинистов я видел. Особенно великие альпинисты умирают на они уже все силы отдали восхождение, пытаются обратно спуститься и гибнут. Вы видели, что он погиб, когда он изучал науку логики, допустим, гель? Или математику? Я не видел таких людей. Никто еще не погиб. Потом, ну, разные бывают удовольствия. Например, удовольствие от изучения того, что трудно, очень большое. Но надо, конечно, изучить. Если вы... Ну, вы же знаете, что тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, а если вы не рискуете с серьезными книгами знакомиться, то какой шампанское? Идите вот. О, Миринду уже убрали. Все. С чего вы ее убрали? Вы настаиваете на своем... А, вы тоже как, перевернулись уже. У нас у вас была первичная меринда, а теперь первичный диалектик. Понял. Это разумный ход. Не только Марк. Марс и Энгельс долго думали на эту тему, а вы сразу решили, и все. Прогресс налицо. Так. Ну вот, как соотносится идеализм абсолютный и материализм? Они соотносятся так, что как бы вот абсолютный идеализм как бы в эту всю систему логическую включает и материализм. Смотрите, как рассуждает Гегель. Строго он рассуждает. Вот, например, «Философия и история», вы не читали его? Вся философия и история есть абсолютная идея, и все, что делалось в истории, это реализация абсолютной идеи. Вот и войны, и все, что вы изучаете, и все, что будете изучать, и все, что даже не будете изучать, все это реализация абсолютной идеи. Все это предопределено, идея сама с собой взаимодействуя, сама внутри себя, противореча саму себе, порождая все новое, 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 новое. И вот она породила материю. Дальше идет так, как у материалистов. Материя развивается, развилась до человека. Гегель духом его называет, дух. Развилась до человека, человек познал материю. А познав материю, он познал тем самым и абсолютную идею, поскольку материя является воплощением абсолютной идеи. И тогда идея познала саму себя и стала абсолютной идеей. Вот. И вот вы можете, как она делает, как в детективах, надо посмотреть, кто кого убил и поймали или нет этого бандита или вора. Посмотрите конец науки логики, там все понятно написано, что есть идея познания, идея добра и идея преобразования мира. Нет, простите. Идея познания, то есть идея отражения мира, идея преобразования мира – это идея добра. И вот единство двух этих идей дает абсолютную идею. Чего тут непонятного? Все понятно. С одной стороны, надо отражать мир, а с другой стороны, его преобразовывать. И вот эта вот преобразующая роль, она, конечно, уже преобразующая роль человеческой деятельности человека –
исторических личностей, она уже проявляет себя у Гегеля. Поэтому, так сказать, что это, вот, так сказать, открытие Маркса и Энгельса нельзя. Маркс и Энгельс развили эту мысль дальше, но она есть уже у Гегеля. Но есть еще одна разновидность идеализма. Называется субъективный идеализм. Он очень оригинальный. И более оригинальной нет концепции. Оригинальность его в том, что раз все, что ко мне попадает в мозг, попадает от моих органов чувств, то почему я решил, что за этими органами чувств что-то еще есть? Вот есть мои органы чувств, и я от них все получаю в свой мозг. И больше ничего нет. Короче говоря, вас, дорогие товарищи, нету. И столов нету, ничего этого нет. Все это у меня в голове. Ну вот представьте, что я сплю и вас вижу. Особенно после 4 лекций по 4 часа. Я точно уже многих вижу. Вот я сплю и вас вижу. Что тут такого удивительного? Ну вас нету у меня. Я просто во сне, вас нету. Это вам кажется, что вы есть. А вы все у меня здесь. Причем это не только моя может быть позиция, а любой может занять такую позицию. Вот вы придете ко мне на экзамен и скажете, Михаил Васильевич, вас нет. И вообще мне ваш экзамен. Ну, это все этот поток отражения. Я говорю, так вы вас отчислят, а мне все равно. Это все только мои ощущения там, ректорат, деканат. Отчислят, не отчислят. Моя жизнь прекрасна будет и удивительна. Потому что все в моей голове. Больше ничего нет. Наиболее последовательно эту позицию изложил епископ Беркли. Давно-давно. И вот это вот деление на три вида философии, так сказать, две по-крупному, материалистическая и идеалистическая, и одна, не самая крупная, вот это вот деление прослежено очень хорошо Лениным в книге «Материализм и эмпирикритицизм». Там вот в первой части вот это деление, это вот классификация дана очень понятно и очень строго. А потом он разбирает всяких путанников, эмпириокритиков, эмпириоманистов, эмпириосимволистов, которые в одном вопросе идеалисты, в другом вопросе материалисты. Они все смешивают, сознание, идею, идею, сознание, у них каша. И вот он эту кашу разгребает на протяжении всей остальной книги. Можно читать, можно не читать. Я ее прочитал только потому, что я пришел к преподавателю философии, говорю, а вот что нужно прочитать, чтобы не слушать ваши лекции, а прямо сдать экзамен? Он говорит, а вот прочитайте эту книгу. Я еще не знал, что буду философом. Я, значит, прочитал книгу, пришел к нему, он поставил мне 5 баллов, я пошел довольный, и на лекции больше я не ходил. А лекции, наверное, хорошие у него были. Может, и зря не ходил. Короче говоря, такая вот необыкновенная концепция, удивительная. И вот как соотносится в связи с этим материализм и идеализм объективный? А эту концепцию мы оставляем в стороне субъективного идеализма, потому что ну, ни о какой, так сказать, исторической науке тут не может быть, ни о какой социальной философии не может быть, правильно? Ну какая социальная философия, если вообще какая социальная, то есть только один я, а вас нет. То есть социо тут зачеркивается полностью, нету никакого социо, есть только я. Но самоуважением я должен проникнуться большим при этом, естественно. И каждый может из вас вот такую позицию занять, если хочет. А у нас сейчас все, каждый может любую позицию принести на экзамен, пожалуйста, приносите. А я тоже свободен, я тоже могу свободно поставить оценку, какую хочу. Нам право такое дано. И вас право, нас право. И два права сталкиваются. И как всегда виноват оказывается кто? Мы, говорит, все равны, но есть равнее. Так везде бывает так. Итак, как же соотносится объективный идеализм и материализм? Получается, что, смотрите, что вот материализм, получается, если мы уберем вот это вот начало, объективного идеализма, что идея породила материю. Убираем. Потом материя познанная. Это и есть познанная идея. Убираем. Что получается? Материализм. То есть, если вот поставить вопрос о рациональности
Помните, нас требовали рациональное решение, нерациональное решение. Материализм рациональнее, чем идеализм. То есть вот эти два привеска, они это все утяжеляют и ничего не дают для познания. Ничего. Поэтому надо сказать, что все естествоиспытатели, в том числе верующие, они стихийные материалисты. Вот, он говорит, и вот я это открытие сделал, Кулон, допустим, открыл закон Кулона. С Божьей помощью. Но Бог ему не мешал. И на Бога он надежды не возлагал. Он сам должен был это делать. Вот Эйлер даже специальную статью написал о свободе духа. И говорил, что вот не надо вот требовать от Бога, чтобы он за нас сделал нашу работу, за нас, ученых. Мы сами должны все изучать, исследовать, разрабатывать. А Бог нам не мешает. А вот когда мы откроем, то понятно, мы должны понимать, что это мы это сделали с Божьей помощью. И все. То есть в наши вот, так сказать, исследовательские дела Бог не вмешивается. Он вырабатывает у нас самостоятельность. Вот когда у нас проповедники по Невскому ходят и приехали с Запада, и на русском языке распечатанные книжки у них, Евангелие, дают бесплатно. И такая маленькая листовочка, что вот Бог думает о вас, помнит о вас. У него есть хороший план вашей жизни. А ведь хорошо там есть, сидит, кто-то сидит, у него хороший план вашей. Приятно же, что там кто-то есть такой, который помогает, поддерживает трудную минуту. Особенно для слабых людей это очень важно, потому что она, если их вот там не поддерживают оттуда, они уже ничего не могут сделать. То есть материализм, конечно, с этой точки зрения, безусловно, более рациональный. И на практике, когда люди ставят себе какие-то цели и задачи и преодолевают трудности в их разрешении, они выступают на практике как материалисты. Ну а как вот так получилось, что Маркс и Энгельс, будучи младогегельянцами, причем такую хорошую науку изучили, диалектику, и вдруг раз и перевернулись. Что произошло? А вышла хорошая книга Фейербах «Сущность христианства». Прочитали Маркс и Энгельс эту книгу, и как только прочитали, сразу стали материалистами. Причем Фейербах очень убедительно показал в этой книге, что что такое религия. Религия – это отражение нашей земной жизни, ну, изображение ее как бы на небесах. То есть это фантастический образ реального мира. Отсюда и вывод о том, что, конечно, религия, раз она отражает земную действительность, поэтому полезно изучать там и Библию, и духовные книги. Они же все отражают как-то, вот эти фантазии. Или вот говорят, есть там преподобный Серафим. А кому он подобный? Богу. А если Серафим подобен Богу, то Бог подобен Серафиму? Как вы считаете? Так нас учили. Если два треугольника подобны, то и один подобен другому, и другой подобен этому. Поэтому можно и так считать, что Серафим подобен Богу, а можно считать, что Бог подобен Серафиму. И поэтому, когда вот мы начинаем смотреть, так сказать, «Мадонну с младенцем», картины разных художников, все получается, так сказать, женщина, мать с ребеночком. И так они похожи. Уж вот в этих самых фильмах про инопланетян, там уж какие-то уроды, там шроты зеленые, там эти и прочее. А тут ничего зеленого такого нет, но так же прямо, как наши свои родные. Только на небе они, а не на земле. Поэтому вот материалистическое объяснение религии или понимание ее состоит в том, что религия изображает земную жизнь как жизнь небесную, как жизнь небесных семей. Не страшно, что вам тут плохо и что вы не сдадите экзамен, зато вы будете в раю. А тот, кто вам поставит отрицательную оценку, будет в аду. И на жареной, на сковородке будут его жарить, чтобы знал. Вот. Будете вы
в раю, там райские кущи будут, яблочки везде, правда, туда только душа ваша попадет, поэтому и зубов ваших там не будет, и рта не будет, поэтому эти яблочки вам, честно говоря, там вряд ли помогут, вы так, знаете, как душа будет мимо них пролетать, и все другое там будет хорошее, только мимо всего этого будете пролетать, потому что туда же только душа улетит. Хотя материалисты решили взвесить душу. Надо только, когда человек умирает, взвесить до смерти и сразу после смерти. Как только душа отойдет, вот разницу взять, это вот как раз вес души. Причем ведь еще один способ напугать человека. Вот душа уйдет в пятки, туда раз это перевязать, чтобы она туда не ушла, и там ее ловить. Пятки. То есть материалисты тоже пытались найти душу и так далее. А чем характеризовался вот этот подход Фейербаха? Не только тем, что он объяснил вообще природу религии и показал, что вот люди, которые не видят выхода или избавления от напастей, бед в земной жизни, они ищут их тогда избавление на небе. То есть, если вам тут что, стипендию маленькую платят, там будете хорошую, большую получать. Чего у вас еще нет? Квартиры нет? Там получите. Все еще. Напали на вас, там не будут нападать. Высмеивают вас, там вы и сами будете высмеивать. Чего еще надо вам? Ну, короче говоря, что угодно. То есть, религия в этом смысле хороша, она успокаивает. Я немножко отвлекусь от религии, потому что вот такого рода успокоительные настроение, что надо успокоить людей, чтобы они не боролись. Но если стукнули вас по правой щеке, что нужно делать? Левую подставить. И все, и тут больше вас не будут бить. Правда, возможно, сожгут в газовой камере, это может быть такое. Мы это знаем уже из истории, как бывает. Ну, во всяком случае, вот надежда есть, что сжалится кто-нибудь над вами. В советское время такой, родился такой рассказ. Секретарь обкома сдает дела молодому, новому секретарю обкома. Уходит. Говорит, вот сейф оставляю, в нем 3 конверта. Без нужды сейф не открывай, конверты не вскрывай. Но если будешь вскрывать и будет тяжко, я тебе там послание сделал 3. Ну, открывай по очереди. Первый конверт номер 1, второй конверт, 3-й и новый. Поблагодарил учителя своего за науку и горячо взялся за дело. И через год все завалил. Ну, год, так сказать, нормально провел, потому что за год-то люди... Всегда можно было сказать, я вот только-только начал, что вы хотите. Представляете там, чтобы... Но через год уже народ стал роптать, и никакие объяснения не принимаются во внимание. И он первый раз задумался насчет сейфа этого. Подходит к сейфу, туда-сюда походил, говорит, надо открывать. Открыл, взял первый конверт, открывает. Там написано, Балина Старого. Но он даже думать не мог, чтобы на своего руководителя бывшего и чьим преемником он является, учеником, чтобы на него валить. Ну, тот говорит, раз совет дан, то это он мне сам разрешил. И он целый год объяснял, что все, что вот здесь плохое происходит, это все из-за него. Я пытаюсь эти проблемы решить, но все эти проблемы заложены еще в прежние века и в прежние времена. Вам это не знакомо? Сейчас все время объясняют, это или в советское время заложено, или в царское. Даже по этому поводу как-то тоже есть такой рассказ, как заходит один полупьяный дядечка в автобус и говорит, сейчас буду правительство ругать. Все отвернулись так и смотрят в окно. Он говорит, царское. Все повернулись, он говорит, не заготовила хлеба, чтобы нам хватило на 70 лет. В общем, второй год промыкался наш этот новоявленный секретарь обкома. Ну, дальше уже это не работает. Говорит, хватит, ты все, ты уже 2 года сидишь, и все, ты ссылаешься на вот предыдущих. Давай, сам-то что ты делаешь? Подошел он к сейфу, открыл 2-й конверт, там написано, обещай. Ну, и он, и начал он,
вещи. Обещать, и то, ну как Михаил Сергеевич, помните, все обещал, будет рассвет всего, и таких норм, и демократия, и польется все полным потоком, и обещает, обещает. А Никита Сергеевич разве не обещал нам? О, Хрущев, обещай. Третий год уже пошел. И третий год прожил. Но это уже стаж. Но третий год кончился. Походил он у сейфа, открывает, а уже, говорит, надо открывать, потому что иначе как народ растопчет меня и разорвет. Достает, а там написано. Готовь 3 конверта. Все, сдавай дела. Понятно, что в связи с такой безысходностью, которая может быть и даже у крупных руководителей, в том числе и государств, в том числе и партий, религия, конечно, хорошее дело. Постоял свечкой, со свечкой. Если грехи особенно были, и от грехов вас спасли. Красота. Вот мы тогда грехи не отпускаем этого преподавателя. Он сразу раз 4 вместо 5, 3 вместо 4. Злодейство какое-то. А так пришел человек, помолился, особенно если заплатил, грехи отпали. И хорошо. И ничего не надо делать. И почему вот так... Те годы, когда очень плохо жилось в нашей стране, вот 90-е годы, когда смертность превышала рождаемость, вы не заметили, как церковь поднялась? Да одни отпевания, которые, можете себе представить, ну, рождение это вот родился человек, окрестили и все. А отпевать же нужно. Первый раз, когда человек умер на 40 дней, через год, это сколько же денег, кстати, принесли туда, только в связи с увеличением числа смертей. То есть, чем больше смертей, тем больше доходов у церкви. Так если у вас смертность будет падать, а рождаемость, это же просто урон будет нанесен нашим церковникам. Одним словом, самый хороший рецепт в отношении церкви, как вы знаете, придумали буржуазные французские революционеры. Да? Великая французская революция к чему, к какому выводу пришла? Давайте отделим церковь от государства, чтобы не спрашивали, а почему вы вот православные ходите, а не ходите в католический, а почему вы к буддийцам не ходите, а почему вы не ходите в синагогу, а почему вы не ходите к мечеть. Вот чтобы этих проблем не было, отделим религию от государства, школу от церкви, и нет проблем. Но это великая революция, и великие революционеры, они до этого додумались. К сожалению, у нас вот сейчас буржуазный строй, а школу буржуазную не прошли некоторые деятели, они как феодалы прямо. Вот, в феодальные времена церковь соединялась с властью, правда? Ну, прошли эти феодальные времена, все, уже надо заканчивать. Нет. И вот берут и убирают. Набережную Робеспьера убрали, будет Воскресенская набережная. Потому что там церковь была Воскресенская. Ну, как это надо убирать? Завтра и улицу Марата уберут. Ну, это буржуазный революционер, у нас власть буржуазная сейчас. Почему вы убираете, так сказать, отцов этой власти? Нехорошо. Это же против власти прямо идет, я считаю. Черт-те что. Как-то надо защитить нашу буржуазную власть от таких нападок. Ну, одно дело объявить себя материалистом, а другое дело, думать, а что с этим материализмом делать? Потому что материализм фейерваховский, такой безжизненный, он просто сводится к отражению мира. Вот человек отражает мир. То есть сейчас я не во сне, сейчас вас всех вижу и слышу. Вот все отражаю я. И все. Ну, далеко с таким материализмом не уедешь. Он скучнее даже, чем идеализм Гегеля. Правда? Тут нет никакого действия человека.
нет никакого преобразования мира, нет никакого преобразования действительности, нет никакого творения своей судьбы. Ничего-то этого нету. Только мы отражаем и отражаем. Мы смотрим, что, как в кино. Мы смотрим, что происходит. Итак, это вообще позиция, между прочим, близка и к обывательской. Обыватель, он тоже все время наблюдает, что происходит. И не сует нос в кипяток жизни. Он, так сказать, пусть другие суют нос в кипяток жизни, потому что там обжечься можно, а мы будем вот сидеть и смотреть. Вот будем сидеть и смотреть, и слушать, что вы там делаете. И хорошо, и у нас не будет вроде, друзей, правда, не будет, ну и врагов не будет. А вот все у нас хорошо, так и живем. К Петрову мы ходить не будем, у них ковер не до двери. Ни во что не вмешиваемся. Никакую позицию не занимаем, в никакой борьбе не участвуем. Но Маркс и Энгельс, ведь они не просто откинули этот самый идеализм Гегеля, они его сняли. А что такое сняли? Снятие – это что такое? Это отрицание с удержанием. То есть они на материалистическую позицию встали, а при этом диалектическое содержание гегелевского учения взяли на вооружение. И поэтому по праву им принадлежит заслуга открытия диалектического материализма или материалистической диалектики, так говорят. Но вот на вопрос о том, что здесь бытие, конечно, материализм. Материализм диалектический. Но философия это материалистическая или идеалистическая. Если брать одно слово для обозначения позиции Маркса и Энгельса, то это материализм. А если два слова, то материализм диалектический или диалектический материализм. Но это открытие. Можно этим открытием пользоваться, можно не пользоваться. Некоторые пользуются, некоторые не пользуются. У нас сейчас с вами широкие просторы. Хотите, изучайте. Не хотите, не изучайте. Дело ваше. То есть хотите, берете современные методы, хотите, берете старые методы. Свобода. Но вот как быть с применением к исследованию истории? Я думаю, что вот эту аудиторию, нашу с вами, больше это всего интересует. А как, с какой философской позиции подходить к изучению истории? Правильно? Там других это, может быть, так в какой-то степени касается, а здесь присутствующих касается в первую очередь. Но вы понимаете, что с позиции субъективного идеализма, мы уже говорили, тут даже нечего и подходить. Потому что никакое же исследование, никакого исследования истории быть тут разговора не может. А вот в отношении идеализма, ну вот попробовал это сделать Гегель. И даже вот несмотря на его идеалистическую позицию, книга все равно интересная получилась, «Философия истории». То есть настолько он богато и глубоко богато, так сказать, изобразил этот ход истории, и настолько там гениальных вообще соображений и догадок, что поскольку умный человек продемонстрировал, что он может сделать, несмотря на ложность там своей посылки. И когда Ленин конспектировал науку логики Гегеля, он пишет там, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Интересный такой вывод. Умный идеалист лучше глупого материалиста. Поэтому материализм и идеализм, если они не вооружены диалектикой, они не современные. Современные учения, конечно, должны быть вооружены диалектикой, безусловно. А не каким-нибудь там системным подходом, еще бы не хватало, чтобы бессистемный был подход. Еще бы не хватало. То вопрос в том, это система диалектическая, или метафизическая, или формально-логическая. Если у вас, как пишут теоретики системного подхода, так называемые, элементы, структура, есть внешняя среда, внутренняя среда, и этим заканчивается все. Все идейное содержание системного подхода. Ну хорошо, среда, элементы, структура. Так тут нет вообще никакого движения, нет, изменения нет, противоречий нет. Нет противоречия, это мертвая схема, мертвая, про которую
Энгельс говорил, части лишь у трупа. Мертвечина. Вот что такое системный подход как таковой. Но любой другой подход, конечно, он предполагает определенную систему. Система диалектики Гегеля или там Марксова система капитала, который обрисовал движение, открыл закон движения современного ему общества. Диалектика капитала Маркса. Кто хочет почитать диалектическую книгу про капитал Маркса, может взять и прочитать книгу книгу Игоря Константиновича Смирнова, это профессор нашего экономического факультета, заслуженный деятель науки. Экономический закон, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. Смирнов Игорь Константинович, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. Смирнов Игорь Константинович, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. 1984 год. Значит, много книг по диалектике написано «Капитала». Это единственная книга диалектическая, все остальные метафизические, и там никакой диалектики нету, ни капитала, и вообще там нету никакой диалектики. Даже были всякие многотомники по диалектике капитала. Пишут. Про них потом рецензия выходит. Очень хорошая книга, много там полезного. Единственное, чего нет диалектики. А все остальное есть. Эту книгу достать трудно, а прочитать легко. Она есть на сайте Фонда Рабочей Академии, библиотека. Открываете, и она повешена недавно. В связи с такой жгучей потребностью получить диалектическую книжку о капитале. Недавно. Но есть такие люди, которые взяли на себя труд отсканировать, перевести в электронную форму и тем самым обеспечить нас всех возможности к этому приобщиться. И эти люди среди нас. Значит, весь вопрос, который нас интересует, это вопрос, а что же будет с историей-то все-таки? Вот. Как называть материализм, примененный к истории? Как будете его называть? Ну, во-первых, материализм надо брать диалектический, да? И вот как называть диалектический материализм, примененный к истории? Исторический материализм. А как еще можно называть? Ну, если вы идеализм будете применять к истории, как будет называться? Исторический идеализм. Правильно? И вот у нас есть... В литературе вы сейчас встретите много-много нападок на исторический материализм. Или, так сказать, есть люди, которые стыдятся исторического материализма. Я их всегда спрашиваю, так вы что, ну давайте, скажите, а какая у вас позиция? Если у вас идеалистическая, так вы примените и честно скажите, я исторический идеалист. Вот я хочу вам доложить, дорогие коллеги, что очень много сейчас философов стоит на такой идеалистической точке зрения. И очень много философов пытается с этой точки зрения смотреть на историю. Но чтобы вот кто-нибудь вышел и честно сказал, я исторический идеалист. Вот такого я не слышал. Вот честные люди, они прямо так выходят и говорят. Вот я, например, знаю одного политэконома, который вышел на трибуну в актовом зале и сказал, я крупнейший политэконом Советского Союза. Все так осели, а он продолжает. Я на 40 килограмм вешу больше Аганбегяна. Ну, тогда все поняли, что человек шутил. Но человек смело заявил о себе. Поэтому и кто хочет, то есть выбор-то здесь не богат. Из-за того, что позиция либо идеализм, либо материализм, то здесь
Третьего-то нету. Но если еще только субъективный идеализм, но мы о нем уже говорили. Все. Поэтому выбора здесь нет. Поэтому либо стыдливый исторический материализм, он, так сказать, как бы так делает, но не говорит об этом, чтобы не узнали. Ну как в науке не узнаешь? В науке нельзя это прятаться. В науке как можно прятаться в науке? В науке или есть такая позиция, или нет такой позиции. А не будет ли, некоторые боятся, говорят, а вот вы так прямо говорите, а не будет ли чего-нибудь плохого, если вы это все будете говорить? Ну будет, конечно, тот человек, который чего-то боится в науке, он никогда ученым не станет. Потому что что такое наука? Она, как почему говорят, научная смелость. Это, собственно, какая такая особенная смелость нужна для того, чтобы сообщить о том, что я что-то новое создал? Ну какая такая смелость? Что, засмеют? Не дадут опубликовать? По этому поводу Энгельс нас материалистически успокоил. Говорит, идея приходит тогда в голову в силу отставания сознания от бытия. Когда для нее уже созданы материальные условия для ее реализации. Или они находятся в процессе становления. Ну, немножко вам еще надо подсуетиться. То есть, если вы прямо вот хотите, чтобы вот само все шло, вы уж немножко подтолкните, подсобите. Даже вот машину тронуть, автобус нужно подтолкнуть, чтобы он поехал. Иногда выходит пассажир, и тогда он поехал, и садитесь снова в него. То есть, чтобы уж совсем ничего не делать-то, не надо так думать. Но всегда так бывает, что если уж идея пришла, если книга написана, то он ее и опубликует. Все самые, так сказать, революционные книги публиковались в основном при жизни авторов. В основном. Ну, были такие случаи отдельные, когда не при жизни, но в основном при жизни. Я однажды был, когда еще был Советский Союз у нас, который, конечно, не развалился, а которого разрушали планомерно и изнутри, и снаружи. Поэтому вот люди, которые сейчас рассказывают про Советский Союз, он развалился. А зачем тогда было его создавать, такое государство, которое само разваливает? Дескать, такое у нас саморазваливающееся государство. О, а мы в нем живем. А те, кто в нем раньше жили, наши соотечественники. Это сейчас только у нас дураков, что ли, что жили в таком государстве? Никто никогда не разваливался, его разваливали. Я даже вам сегодня говорил, как из программы выбросили, главное, что цементировало там диктатуру, и поставили какую-то руководящую роль. А потом ведущую роль. А потом и совсем это ушло. Не бывает же государства без того, чтобы была диктатура соответствующего класса. Не бывает. Не бывает. И у Ленина, например, очень жесткие по этому поводу формулировки есть. Кто хочет их почитать, ну, там же на том же сайте Фонда Рабочей Академии, такой даже на главной странице есть сборник «Главное в ленинизме». «Главное в ленинизме» – учение о диктатуре пролетариата. Ленин говорил, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и его на собрание пускать стыдно. Вот так вот, очень так определенно формулировано. Так что, так сказать, какой-то здесь опаски, что вас не опубликуют, быть не должно. Опубликуют. И вот я приехал во времена Советского Союза в Алма-Ату. Раньше это не проблема была. Идешь, подписываешь командировку и поехал. Сейчас только за, или за свой счет, или за счет... Нет, кто-то еще ездит. Но я, по крайней мере, в последний раз ездил только при советской власти. А тогда, то хоть мы могли поехать на любую конференцию в любом конце необъятной страны. И вот я приезжаю в Алма-Ату, а там на конференции местный товарищ один выступает, говорит, вот мне не давали думать, мне не давали писать. Я после него выступаю, говорит, как-то странно. Вот я не представляю себе, как вам можно не дать думать. Вот я не представляю. Вот я могу вам запретить думать. Как вы думаете? Ну, если вы только думаете. А, вы что-то не то думаете. Вот сейчас я заметил, что... Ну, как можно узнать, что человек думает? Это раз. Во-вторых, вы посмотрели на меня, увидели, что я злой, и начали писать книгу и в стол складывать. Ну, бумагу-то вы можете купить? У вас... Я понимаю, что у вас стипендия 1450, но бумагу, пачку можно купить? Даже на такую стипендию можно купить пачку бумаги и авторучку. И пишите книгу в стол. Вот я им сказал, ну давайте вот, что вы там написали, когда вам не давали думать? Когда вам не давали,
писать и печатать вас не хотели. Давайте я завтра напечатаю. Давайте ее сюда. А в нем ничего нет. Так вот, я говорю, это называется умственная лень. Умственная лень. Вы не потому написали, что вам не давали, а потому что вам нечего сказать людям. Если человек все время боится, он даже боится написать, и даже боится положить там в стол, или в шкаф, или под шкаф. Ну о чем можно говорить? И вот мы так с одним тоже коллегой встречаемся, он говорит, он такой мрачный, скучный, сейчас уже умер. Говорит, я говорю, ну как дела? Ой, докторская, та-та. Да что такой грустный? Он говорит, а вот докторская. Я говорю, так ты, наверное, редко защищаешься. Я, например, 3 раза защищался. От этого только натренировался на этом. Чего плохого-то? Это же как бы награду получать, если вам с первого раза не дают, что это плохо, что ли? Вот скажем, вот вы не плачете, что вы не герой труда? Не плачете, нет? Ну смотри, вот вы улыбаетесь, смеетесь, хоть бахны. А некоторые плачут, что они не доктора. Подумаешь, какое дело? Нет, что у нас все люди? У нас людей без высшего образования большинство. Они же не плачут, нормально сидят, нормально живут. А вот, говорит, я не защищу кандидатскую диссертацию. И что? Ну, не защитишь. И что дальше? Что страшного-то? Ну, кто думать-то тебе запрещает? Вот Энгельс был не кандидат наук, не доктор, но вообще никто. Но его знают все. Ну, Маркс все-таки докторскую по философии и Эпикура, и Демокрита разбирал, но докторский – это кандидатский по западным меркам. То есть в нашем понимании доктором он не был. Ну, Ленин... Вообще, что-то прогнали его из студентов Казанского университета, потом пришлось ему сдавать вот здесь экстерном на юрфаке. Он тогда прошел, сейчас бы попробовал пройти на юрфаке. Никакие у него были степени, да никаких. Никаких не было, ни степеней, ни званий. А книжек написал больше, чем любые другие там доктора наук. Так что надо брать содержание, а оно форму найдет для себя. Короче говоря, никакого выбора у нас с вами, кроме как стать историческим идеалистом или историческим материалистом, нету. Поэтому я хочу сказать, выбор за вами остается полностью свободный. Какую хотите позицию, такую выбирайте. Ну, последовательно надо на ней стоять, потому что если кто на этой позиции... Скажем, он выбрал позицию идеалиста, то он стоит последовательно. Если не будет он последовательно на этой линии стоять, то он будет ходить по баррикаде между материализмом и идеализмом. Кто его будет клевать и бить? И те, и другие. Поэтому, когда идет какая-нибудь борьба, самый худший вариант тропинки – это та, которая по баррикаде. Стреляет с обеих сторон. Не надо выбирать такую. Идите или туда, или сюда. Поэтому... Совет, так сказать, всем один. Выберите себе философскую позицию и стойте на ней последовательно. Потом, если вам захочется перебираться на другую, перебирайтесь. Не обязательно так всю жизнь стоять, можно и поменять. Но для этого надо уже проверить. Давайте посмотрим вот с этой позиции. Какую-то последовательность выдерживать известное время. Во всяком случае, в философии есть такие партии философии, и ничего третьего тут не найти. Третьего не найти. Третьего нет. Либо такое, либо такое. Ну, а можно еще не брать на вооружение диалектическую философию. А в чем особенность вот этого самого исторического материализма? В чем, как можно применить материализм к истории? В чем это вообще? Ну, так вот слова-то красивые, а в чем состоит суть-то применения материализма к истории? А в том, что... И это действительно открытие Маркса и Энгельса, что в основе всяких всех общественных форм и идей лежит материальное производство. Что в конечном итоге и политическая, идеологическая надстройка, и все остальные отношения общества определяются в конечном итоге материальным производством. Что корни всех общественных явлений надо искать в материальном производстве. Кто хочет посмотреть, как вот это
выглядело в самом первой работе Маркса и Энгельса, может взять немецкую идеологию. Вот я имею честь уже второй год ее по заданию преподавать на философском факультете. Вот сейчас у нас в расписании висит на третьем этаже философского. Среда, 4 часа. Вот как вам? 52 часа я читаю. Вот я 52 часа должен культурологам третьего курса преподавать Маркс и Энгельс немецкую идеологию. Меня вызвал заведующий кафедрой и сказал: вот нам сказали читать немецкую идеологию. Вы откажетесь или нет? Я сказал: не откажусь. И вот читаю. Причем вам я целый курс философии читаю 52 часа, а на немецкую идеологию выделено тоже 52 часа. Вот по средам я немецкую идеологию читаю, у меня день Маркса Энгельса теперь, в связи с тем, что мне поручили. А вот четверг у нас, ну, рыбный день, так сказать, философия. Рыба же она диалектичная, значит, вся ведет, правда? То есть это вот это суровое такое требование, то есть искать корни всех общественных явлений в материальном производстве. Ну а как корни там искать? Где они там эти корни? Как их усмотреть? А дело в том, что каждый человек, который в обществе живет, он на самом деле находится и в производстве. Вот нам кажется, что сейчас мы не находимся в производстве. А производство имеет такие фазы. Если брать его не как неподвижное, в производство и все, сейчас произвел и все. А если брать как непрерывно продолжающееся, это воспроизводство. А есть фазы воспроизводства. Производство, обмен, распределение, потребление. Обмен не всегда. Обмен тогда, когда есть частная собственность. При общественной собственности обмена не может быть. Ну вот где мы сейчас находимся? Мы с вами где находимся? В производстве? Вы какие материальные продукты создаете? Вы. То, что вы там пьете миринду, я видел. А создаете какие-нибудь материальные продукты? Создаете вообще? Нет? Что, не копали землю никогда? Землю копали когда-нибудь? Клумбы делали? Картошку чистили? Ну, это производство же. То есть мелким частным, мелким таким производством занимаетесь. Посуду мыли? Это производство. Кто белье стирал? Это производство. Пол подметали? Это все производство. Материальное? Причем это такое не механизир, но белье уже вот. Машина работает стиральная, потом только взял, повесил и все. Рубашки придумали, что и гладить не надо. Дороже, правда. Ничего. То есть мы занимаемся все с вами производством. Но сейчас мы чем занимаемся? Мы сейчас воспринимаем идеи и, так сказать, духовно развиваемся. А я занимаюсь производством, ну, так вот, как я обрисовывал, как вы там, картошку чистить там, огород вскопать. Есть у меня и рабочая сила, которая, как известно, согласно Марксу, это совокупность физических и духовных потенций, которые каждый раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Вот когда вам надо что-нибудь передвинуть, это тоже материальное производство, правда? То вы тоже включаете свою способность и действуете. Но когда вы обучаетесь или когда я преподаю, мы с вами не находимся в материальном производстве в этом смысле. Но мы с вами знаем определение человека. А? Если вы мысли, скажем, допустим, куда-нибудь материальное, вот, потом воплощаем, допустим, какой-то день, да? Это же производство получается материальное. Нет. Это получается, это вы перепутали форму носитель идеи и идею. У вас задача что? Вот это двигать рукой, когда вы записываете лекцию? Или задача воспринять, что вам рассказывают? Я-то думал, что вы меня слушаете. А у вас, значит, как вы услышали, что я что-то говорю, и начинаете двигать рукой. Вот оно что, оказывается. И это главное. У меня недавно был такой разговор, дескать, а вот если диск, вот диск я вам давал, да, а на нем записана информация. Вот производство этих дисков – материальное производство? Да. А производство программ компьютерных – материальное производство? Да. Да какое, ну да, это идея. Ну, что вы перепутываете? Идея у меня. Я ее на диск записал. Могу так вам рассказать. Вот я сейчас рассказываю, а можно это записать. А потом можно вывесить. Это все будет движение идей. Ну, понятно, чтобы идеи двигались, нужен материальный носитель. А если бы я художник был, я бы сейчас взял кисточку,
Холст мне нужен. Холст – материальный объект. Краска – материальный объект. Дальше я кисточкой двигаю. Это тоже материальное действие? Материальное. А цель у меня картины какая? Материальная или духовная? Ну, слава Богу. Я думал, вы вообще мой враг, противник. Насмерть хотел драться с вами. А вы сразу перешли на правильную позицию. Ну, цель-то картины. Вот у Гегеля есть такое очень хорошее деление на виды, так сказать, постижения мира. Всего, говорит Гегель, есть феноменология духа. Это в работе, которая предшествовала науке логики, там вообще все непонятно. А первый раз прочитаешь, вообще ничего не понятно. Второй раз прочитаешь, кое-что и понятно. Но главная мысль там была в том, что есть три формы постижения мира. Религиозное постижение, так сказать, наш мир изображается как некий фантастический образ наверху, на небе. Вторая форма постижения мира в образах – это искусство. Понятно в отношении музыки, это понятно, что это постижение в образах. Вот мы с вами пошли вместе на концерт. И я на концерте сидел, что-то думал, и вы что-то думали. Вы думали одно, я думал другое. А под воздействием музыки у нас, ну понятно, веселая музыка, она нас всех развеселила, а грустная заставила погрустить. Но думы-то у нас разные были. Это не передача мыслей. Поэтому, когда начинают писать там философия музыки, ну и начинают рассказывать, о чем там это произведение. Ну, оно, конечно, ну, допустим, Чайковский написал балет «Щелкунчик». Ну, что, это балет про то, как орехи, что ли, холят? Ты серьезно так думаешь? Смысл этого балета в этом. И вот его потом, так сказать, столько поколений слушают прямо, и раз, и два, и три хотят научиться, наверное, как колоть орехи. И про крыс там. Вот интересно. В этом, оказывается, дело. То есть цель художественного произведения – создание образа, постижение мира в образах. И художник, хотя он и реальные вещи рисует, но не путайте это с фотографией. Или художественную фотографию, просто так. Вот если делать много-много сделать моих фотографий, то можно из них выбрать всех, которые говорят, его вот сейчас в СИЗО, сейчас уведут и так далее. Я однажды выступал с трибуны, так эта решеточка была. Еще так меня сняли, не бритая решетка здесь, ну просто уголовник стоит на трибуне. А некоторые, когда снимают, у них, смотрю, затылки и спины. А другие, которые могут, они художественные произведения. Поймать надо человека, когда вот выражение, которое у вас сейчас на лице, выражает вашу душу. Вот это если я художник, а я не художник, к сожалению, я бы это сделал. Но вот дочка у меня могла бы сделать. А я могу нарисовать точкой, точка, запятая и так далее. Человека я нарисую. Но это не художественный образ. Беллетристика, то есть художественная литература. Ну, казалось бы, тут буквы, слова, и вот вам на 100 страницах рассказывают, какая была погода. Часто нам быстро рассказывают по телевидению. Будет такая температура, такая влажность, а чувствовать себя будете, как будто бы и влажность и меньше, и температура меньше или больше, и так далее. А тут вам рассказывают картины природы, облачность тут надвигается, и это для чего делается? Для того, чтобы создать настроение, а потом начинается, собственно, повествование. Поэтому, в отличие от научных книжек, художественные книжки такие. И вы что, ради того, что там вот вы научные идеи там ловите в этой книге? Ну, есть научные идеи у Льва Толстого, но вообще он не ученый. И как ученый, все-таки он, так сказать, нельзя сказать, что он, так сказать, его... Так сказать, вот эта концепция, которую он как лично занимает, как философ, что она, так сказать, вполне прогрессивная. А вот как писатель, как человек, который создает художественные образы, нет равных ему. И третья форма постижения мира – в понятиях. Вот этим мы с вами занимаемся. Постижение в понятиях – это наука. Вот мы с вами занимаемся постижением в понятиях. А понятия – они тоже что-то отражают. Вот чего отражением его является? Так вот, поскольку мы, тогда, когда мы не занимаемся материальным производством, сейчас мы с вами не занимаемся материальным производством никоим образом,
Хотя в руке у меня вот авторучка, перед глазами у меня часы, рядом у меня ключи и так далее. И вы там тоже мне показывали, очки покажите еще ваши, чтобы я убедился, что вы, у вас есть материя прямо на глазах. Я убедился, все, спасибо. Вот. То есть все нас, конечно, нас все кругом окружает материальное, но наша цель сейчас в том, чтобы, у меня в том, чтобы идеи вам передать, а ваша задача состоит в том, чтобы идею воспринять. Но не для того, чтобы ее воспринять и все, а в том, чтобы вы могли ее кому угодно потом передать. А это мы проверять будем на экзамене. Потому что на экзамене я буду потребителем идеи, а вы будете воспроизводить эти идеи. И без экзамена, как показывает, ничего не усваивается. Потому что это одностороннее такое вот впитывание. А то, что вы, вот, когда вы берете ручку и пишете, я вам очень советую вот то, что вы хотели сделать, когда вы пишете, поэтому, скажем, все великие писали конспекты или рукописи, и неважно, или набирали на машинке, это не имеет значения. Или на компьютере, или на чем хотите, на ноутбуке, на планшете. Это не имеет значения. Имеет значение, что ваш мозг дает команду вашим рукам осуществить эту идею, выразить. То есть вы не просто ее, так сказать, воплощаете, в себе оббираете, а вы ее выдаете на гора. И когда вы ее выдаете на гора, вот тогда точно вы ее усваиваете. А если вы так смотрите на меня и будете смотреть преданными глазами, то это еще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. То есть, чтобы вы могли это воспроизвести, правильно? Вот это очень важно. Это очень важно, поэтому некоторые думают, что это записывают, потому что у него, видимо, плохо с памятью, он ничего не усваивает. Да нет, люди сидят и специально записывают, чтобы воспринять. Окажется, что они просто не тянут. И вопросы, когда люди задают, считается, если он вопросы задал, значит, не понимает. На самом деле, как показывает преподавательская практика, вопросы задают те, кто понимает. Правильно? Или кажется, что кто-нибудь спорит, что мы с ним деремся. Мы с ним не деремся. Мы с ним, так сказать, отрабатываем некоторые идеи. И это совершенно нормально. Поэтому к вам и просьба, и требования, если у вас возникает какой-то вопрос или что-то не выяснено, нам выделило государство 52 часа на философию, не постеснялось. В нынешних сложных условиях, когда все урезают, а нам сказали, нет, но философия, вот, пожалуйста, вам. Ну так спрашивайте. Я остановлюсь и отвечу. А потом я буду по коридору бежать, а вы меня будете догонять, а не догоните. А тут самое время. Так что, пожалуйста, давайте. Так. Так как получается, что вот идеи являются выражением чего такого материального? Так вот, каждый находится в системе материальных производственных отношений. Вот мы находимся в системе распределения. Вы же все равно сегодня, наверное, завтракали. Основная масса, наверное, завтракала. Ну, наверное, обедать будет, если останутся деньги. Возможно, и не будут, но ужинать будут. Но, во всяком случае, если кто собирается дожить до следующей лекции, ему нужно... Хотя вот тут какой-то рекорд поставлен этой вот украинской летчицей. Она уже третий месяц считается, что она у нее голодовка. Хотя прожить можно только 40 дней. Вот когда Сахаров объявлял голодовку, мне потом товарищи из Нижнего Новгорода мне сказали, что он, голодовка считается, что он ел только творог со сметаной, остальное не ел. Разные бывают голодовки. Вот сейчас у вас не голодовка до вечера, но сейчас же у вас голодовка, во время лекции же голодовка. Вот, а у товарища была мокрая голодовка, он только пил, он не ел. Вы видели, что он в качестве протеста ничего не ел. А потом... решил приостановить голодовку. Может быть, он начнет ее на следующей лекции. У нас еще занятие будет, так что вы сходите и не возбраняйте. Правильно? Только импортозамещение должно быть. Вы что-нибудь купите? Квас. И будем там, за Россию. Вот, например, эту... Акваминерале и Бонаква различаете, нет? Бонаква. Это какая? Французская фирма производит? Бонаква — это по-французски, да? Что такое аква? Вода. Бон. Хорошая вода. Хорошая вода. А кто это? Кто выпускает-то? Бонакву. Как вы, не задумывались, нет? Американцы. Человек, вот видите, все знает. Он запотребляет это. Бонаква. Хорошо. А Акваминерале? Кто выпускает? Тоже американцы. Только это уже пепси-кола, а то кока-кола.
А как там, а мелко там не читали, что написано? Очищены, на Бунаково написано, очищена вода централизованного источника водоснабжения. Это что значит? Из-под крана. А на акваминерале очищена вода муниципального источника водоснабжения. Это что значит? Из-под крана. То есть, если кто будет говорить, что американцы нам не помогают, не верьте, они нам помогают, заливают из нашей этой самой газопроводной сети, ну, наверное, через какой-то фильтр. У многих дома эти стоят фильтры. И собирают эти фильтры бактерии, чтобы потом через них уже пропускать. Вот, короче говоря, нам помогают. И вот тут они санкции не делают, потому что это чистая прибыль, которая делается из воды. Не из воздуха, а из воды. Так вот, находимся мы с вами в системе, в сфере потребления, мы потребители, и распределение. Потому что что-то вы получаете, вторичное распределение, первичное, родители вам дают. Потом кто-нибудь подает, там сказать, если совсем уже ничего не остается. Или вы что-то подрабатываете. Это, так сказать, какое-то, так сказать, вот, перераспределение идет богатство. И, наконец, потребление. Все для того, чтобы жить, чего-то потребляют, какие-то материальные блага. Поэтому это избежать невозможно. А кто-то работает в системе распределения, кто-то работает в сфере духовного творчества, а кто-то работает в системе материального производства, кто-то занят. То есть все какую-то позицию в материальном производстве занимают. Потребители – это уж точно. Потребители – точно, а производители – не всегда, и далеко не всегда. И вот потому, какое положение у человека в системе производственных отношений различается большие группы людей. Вот большие группы людей, которые различаются по положению в производстве, как называется? Классы. Вот видите, как вы все знаете. А изображали, что вы не знаете. Классы. То есть определение, то есть классификация людей идет не по пестикам, тычинкам, как растений там, и не парнокопытных, и травоядных, не травоядных. Хотя люди тоже такую траву, как щавель, едят. Там лук, то же самое, чеснок тоже. Но все-таки мы не различаем. Салат, говорит, мы ели, а не траву. Вот. То есть различаем их по положению в производстве. И если положение разное, то можно заранее сказать, кому и что выгодно, правильно? Опираясь не на то, что у него в голове, а что улучшает его положение. Вот, скажем, не зная конкретного студента, я могу сказать, что вот студентам выгодно, чтобы им повысили стипендию. Представляете, до чего я додумался? Не проводя никаких обследований. Я мог бы сейчас изобразить из себя социолога, сейчас бы раздал вам анкеты. И напишите, пожалуйста, хотите ли вы, считаете ли вы, что вам нужно повысить стипендию? Или вы считаете, да, нет, не нужно вычеркнуть. И вот вы будете, это надо это делать. Это непонятно, что ли? Это куром насмех такая стипендия. Ну или наспех, или на, а людям на горе, студентам на горе. Что это за стипендия такая? Что да, дожить до следующей лекции, то ли доживет, то ли не доживет. Я все время с содроганием думаю, что, не будет ли меньше людей на следующей лекции? Если никто ведь не поможет, родители, если перестанут помогать, скажут, да сам должен уже тут как-то вот выкарабкиваться. Ну все тогда. Ну месяц пройдет, 40 дней. Все. Ужас. Или сейчас у нас конец этой лекции, и я пойду в буфет и скажу, мне, пожалуйста, дайте чашку кофе. Они говорят, 30 рублей. Нет, говорят, я только за 70 возьму. Из моего положения ясно, вот если я покупатель, что мне выгодно? Неважно, кто я, студент, профессор, доцент, что мне выгодно? Подешевле купить или подороже? Поэтому, когда я приду и говорю, нет, за 70, они скажут, философ. Потом говорю, а что у вас еще есть? Они говорят, вот можно вот булочку. Булочка сколько у вас? 20 рублей. За 300 беру. Ну, понятно, говорит, вот видели сейчас только что вот желтый цвет, наше все здание снова, так сказать, обработали, все покрасили. Понятно.
То есть разве такое может быть, чтобы... То есть только сумасшедший может требовать, чтобы повысили цену на то, что он покупает. Думаете, это все вот анекдоты? Это не анекдоты. У нас хозяева жизни, хозяева средств производства покупают рабочую силу рабочих. Вот если вы у меня рабочий, а я капиталист, я покупатель, правда? Я покупаю вашу работу. Вы приходите ко мне и спрашиваете, а когда повысят мне зарплату? Какой ответ? Ну, только сумасшедшие могут повышать цену на то, что покупают. Я же покупаю у вас. Вы продаете рабочую силу? Как нет? Вот вы продаете, вы повышаете себе зарплату. Ну, как вы там соорганизуете, это ваше дело. Но что я занимался, что вам, ну, вы что, не понимаете, что у меня другие интересы? Мое дело – прибыль, а ваше дело – зарплата. Вы боритесь сами за зарплату. Перерыв.